Эти классные и крутые гаджеты для каждого мужчины я покажу вам в этом видео. И в конце видео для подписчиков моего канала будет конкурс. Приятного просмотра! Всем привет! Настоящие интересные и полезные товары для мужчин всегда интересно использовать в повседневной жизни, но есть такие гаджеты, про которые многие не знают. И в этом видео я вам покажу такие. Сегодня у нас очередная крутая подборка из 15 гаджетов для настоящих мужчин. Кстати, сегодня у нас первый день летней распродажи, приуроченной к концу лета. Она продлится с 27 по 31 августа. Ссылку на распродажу я оставил в описании, чтобы вы долго не искали. Там есть реально годные предложения, переходите и смотрите. И в конце этого видео будет конкурс для подписчиков моего канала с денежным призом. Приятного просмотра! Начнем мы сегодня вот с таких офигенных запонок с часовым механизмом, которые появились сравнительно недавно. Они представляют собой крепление для рукавов мужской сорочки с шестеренками из старых добрых механических часов. Движение шестеренок на запонках неизменно привлечет внимание. Владелец таких запонок создает впечатление делового человека, который ценит свое время и умеет рационально его использовать, не забывая о моде и стиле. Впрочем, этот симпатичный аксессуар подойдет не только серьезному бизнесмену, но и молодому человеку, студенту, желающему подчеркнуть свою индивидуальность и быть модным. Запонки станут прекрасным подарком любимому супругу, жениху, отцу, коллеге. Тактический рюкзак-фляга. Прекрасно подойдет для хранения и транспортировки воды, а также других безалкогольных напитков. На фляге присутствует клапан-загубник, оснащен системой запирания. Также ее можно прикрепить к большому рюкзаку с помощью колец, расположенным по бокам. Такая фляга надолго обеспечит вас питьевой водой. Она хорошо подходит для военных, спортсменов и туристов. Резервуар, клапан-загубник и питьевой шланг изготовлены из антибактерицидного материала. Ланчбокс с подогревом еды. Полезная вещь для людей, которые живут в быстром темпе. Если у вас не хватает времени даже на перекус, такая штука поможет быстро обеспечить небольшой обед, и вы останетесь сытыми всегда. Контейнер легко моется, так что вы можете приготовить его к дальнейшему использованию в любой момент, если найдете просто кран с водой. Просушить его можно простой тряпкой или губкой. А еще пластиковый контейнер можно использовать не только как емкость для хранения, но и как тарелку, которую очень легко мыть. Специальный нагревательный элемент в контейнере позволит вам подогреть любую пищу за 5-10 минут, так что ваше время будет сэкономлено. А это товар для любителей рыбалки. Сумка Кан для живца. Позволяет забыть о тех днях, когда на рыбалку приходилось ходить с ведрами. Большие и неудобные, они занимали много места, и их приходилось нести в руках. Теперь же Кан – это удобные и компактные, так как Кан складывается, и современные оборудования рыбака, которые он может унести с собой в любом грузе. Материал ПВХ позволяет сделать Кан очень легким. Широкие ручки помогут удобно переносить Кан, а плотно закрывающаяся на молнию крышка позволяет сохранить улов или же живца для рыбака. Сетчатое окошко в крышке Кана делает доступным приток кислорода, поэтому вы можете не беспокоиться о комфортном пребывании малька в резервуаре. Набор для ремонта гаджетов предназначен для ремонта и обслуживания компьютерной техники, мобильных телефонов и различных мелких устройств. С его помощью можно легко разобрать, открутить какие-либо мелкие детали оборудования, заменить их и заново собрать без труда и повреждений. Подходит для ремонта, замены изношенных деталей корпусов и LCD-экранов практически всех мобильных телефонов, в том числе и Apple. Набор имеет малый вес и компактный размер, что делает его удобным в использовании. Автомобильная зарядка с удлинителем. Это универсальная зарядка. У нее есть обратная совместимость со всеми версиями технологий Qualcomm Quick Charge, даже с версией 3.0. Это может сократить время зарядки на 50%. Подходит она как для зарядки мобильных телефонов, так и для зарядки планшетов. Несколько встроенных защит защищают ее от перегрузки потоку, перезарядки и перегрева для безопасной и быстрой зарядки. Такая зарядка подойдет идеально для семейных автомобильных поездок. Сушилка для обуви. Изобретение, о котором вы давно мечтали, уже существует. Оно прекрасно высушивает мокрые или плотные ботинки. Уже через 2-3 часа обувь полностью сухая. Можно ее надевать и отправляться дальше на поиски приключений. Такая вещь особенно понравится спортсменам, охотникам и рыбакам. На этот гаджет стоит обратить внимание и женщинам, которые ищут хороший подарок своему избраннику. Ведь лучшие презенты – те, что приносят пользу, удовольствие и не ударят по бюджету. А еще скоро осень, и этот гаджет будет очень актуальным.
Удобный поршень-насос для удаления засора в трубах с четырьмя адаптерами предназначен для прочистки раковин, ванн и унитазов. Работает на раковинах, туалетах и прочих сливах. Многоразовый, экологически чистый и простой в использовании. Моментально устраняет засоры из-за мощной струи воздуха. Так называемый гидравлический удар направляется непосредственно в трубу и прочищает засор. Пневмопистолет работает как ручной инструмент для текущей работы сантехника по прочистке засоров в сливах, канализационных трубах, трубах разводки систем водоснабжения и будет очень эффективным в домашних условиях. Чехол-накидка для авто. С его помощью вы можете за несколько минут изменить внешний вид салона авто и передать ему яркий и незабываемый внешний вид. Вам не потребуется посторонняя помощь. Накидка очень проста в установке. Они отлично сочетаются как с кожаной, так и с тканевой обивкой. Вы можете выбрать один из нескольких вариантов цветов, чтобы сделать внешний вид салона неповторимым. Салон, в котором есть накидки, дарит ощущение домашнего тепла и уюта. Их многослойная структура не пропускает воздух, что позволяет им оставаться теплым в сильные морозы и прохладными в летний зной. Многофункциональная портативная метеостанция предназначена для людей, ведущих активный образ жизни. Она имеет герметичный корпус, может эксплуатироваться в походно-полевом режиме и является погодной станцией с расширенными возможностями. Точные датчики данного устройства позволяют определять такие показатели, как стороны света, высота, температура, степень влажности и атмосферное давление. Наличие светодиода делает модель портативным резервным фонариком на аккумуляторе. Помимо этого, датчик способен сообщать время, дату и служить будильником. Его встроенная аккумуляторная батарея емкостью в 250 мАч позволяет работать в автономном режиме до 90 суток. Для зарядки АКБ достаточно 120 минут. Модель не только измеряет, но и записывает показатели, а также рассчитывает потерянные калории. Короткие ласты. Конечно, эти ласты вряд ли привлекут профессионала-дайвера, но для любителя короткие ласты просто спасение. Вы когда-нибудь пробовали пройтись по пляжу в ластах, а в этих можно? Да и ныряние, и далекие заплывы будут гораздо продуктивнее и интересней, нежели с босыми стопами, обожженными горячим песком или поцарапанной галькой. Ручной насос. Вы меня спросите, как в мужские товары затесался пылесос, а я скажу вам все просто. Эта модель пылесоса легко трансформируется в малогабаритный, позволяющий без особого труда очистить салон автомобиля. Так что все по чесноку, товар мужской. Он поможет вам содержать салон и багажник автомобиля в идеальной чистоте, представляя возможность производить уборку в автомобиле в любом месте и в любое время. Правда, работает пылесос от обычной розетки, так что уборку можно производить в гараже, либо же протянуть удлинитель. Мощность пылесоса 600 Вт, длина шнура 4 метра, объем пылесборника 1,2 литра. В общем, штука интересная. Таймер включения-отключения электроприборов – тоже очень важный девайс. Причем в его независимость верят даже женщины, а это дорогого стоит. Принцип работы простой. Вы выставляете время и день недели, когда и во сколько нужно выключить или включить определенные электроприборы в доме. И все. Больше никаких переживаний по поводу забытого греющегося утюга. Таймер все сделает за вас. Встроенный аккумулятор служит для бесперебойного хода часов. Полного заряда хватает на 60 дней. При подключении к сети аккумулятор заряжается. Реле очень просто настроить. Есть возможность принудительно включать-отключать нагрузку с помощью красной кнопки. Рюкзак King Song. Он примечателен удобным расположением отсеков, карманом и вместительностью. Материал очень добротный, с водоотталкивающей пропиткой. Есть здесь и очень удобная штука – специальный карман для пауэрбанка с разъемом для внешнего подключения гаджетов. Для зарядки нужно всего лишь подключить телефон или планшет через USB кабель. Рюкзак очень вместительный, его можно брать в длительные командировки. Он хорошо сидит на спине, отлично облегает плечи, не вызывает дискомфорт. Выглядит он универсально, подходит и к деловым костюмам, так и к спортивной одежде. Классные мужские наручные часы Breg. Отличный бренд. Часы красивые внешне и качественно собраны, довольно тяжелые. Реальный вид модели полностью соответствует картинкам на сайте. Ремешок матовый, резиновый, приятный на ощупь, достаточно длинный. На руке выглядит аккуратно, сидят комфортно. Стекло хорошее, замок добротный. Закрывается, открывается без нареканий. По дизайну очень необычные, создают такие часы впечатление дорогостоящих. Упаковка в виде фирменной коробочки выглядит солидно и презентабельно. Плюсом можно отметить наличие инструкций по эксплуатации на различных языках. И самое главное, что есть инструкция на русском.
Лаконичность аксессуара позволяет использовать модель Брэк для повседневной носки и сочетать его с любым стилем одежды. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для участия в конкурсе нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому ролику и написать в комментариях, какая последняя покупка у вас была из любого китайского магазина. А если вы давно ничего не покупали, то напишите, какой товар вам понравился из сегодняшней подборки. Спасибо за просмотр видео, скоро увидимся. Всем пока!